So, as the agenda says, this talk is going to present it in Russian. If you're interested to follow the idea, this talk is the updated version of what was presented at previous Scala Days. It's the original inspiration for Adobe Linker and Adobe Optimizer. Okay, thank you. Я на доклад буду говорить на русском. Основная причина, что я хочу не забывать, как говорить на русском, а практиковаться в презентации. Этот доклад — это, по сути, обновленная версия того, что я рассказывал на предыдущем Scala Days. Это оригинальное вдохновение для оптимизатора Dotti и для линкера. Да, да. Хорошо. Заглавие «Презентация в Dotti», я Дима Петрашко, Дартимиус на GitHub. Делаю я в аспирантуре под руководством Мартина. До этого работал над коллекциями, которые назывались Scala Bricks. Это... Идея там была такая. У нас в Scala есть параллельные коллекции. И вам говорят, что когда вы кликните тот пар на какой-то операции, она волшебным образом станет параллельной. Но если эта операция была какая-то очень простая, например, суммирование чисел в массиве, то внезапно для того, чтобы сделать ее параллельной, там было такое количество конструкций навороченных, что у вас 8 ядер, в теории оно могло ускориться 8 раз, но для того, чтобы оно стало параллельно, его замедлили в 40 раз. В общем, Scala Bricks пытался эту проблему решить. И какие проблемы были там, я в некоторых следующих слайдах покажу. Сейчас я работаю над Dotti и над Linker'ом. И по большей части, изначально я сам работал над Dotti с Мартином, сейчас я в основном супервайзер других студентов. То есть у меня есть хорошие студенты Гийом, Алекс и Алан. Первый из них реализовал value классы для Dotti, которые умеют намного больше. И у нас, похоже, будут, например, там массивы value класса, которые не боссы. Алекс реализовал изначальную версию специализации, которая была прототипом, которую я у него забрал и поломал все, что он сделал. Алан работает над оптимизациями, например, если вы вызываете implicit conversion, явное преобразование, то обычно вы явно преобразуете одинаково. Если вы в течение внутри одной функции преобразуете одну и ту же вещь 5 раз, то у вас есть 5 аллокаций, хотя могла бы быть одна. Ну, в целом, если сделать шаг назад, это у вас есть функция, которая идемпотентна. Если у нее были эффекты, если она что-то делала нестандартно, она это сделала только один раз. Следующие результаты будут просто повторять и возвращать то же, что навернуло первый раз. Там можно делать некоторые оптимизации родственные в Common Self-Extraction Elimination. Хорошо. Так. Речь о Scala. Как сказал Мартин, то, благодаря чему Scala можно расширять, это то, что у нее есть комбинация объектно-ориентированных фич и функциональных фич. Это, с одной стороны, обалдеть, а с другой стороны, это все приходит... За все приходится платить. В данном случае платить приходится не нам, а HotSpot'у, которому приходится через все, что мы наделали, проходить. Давайте возьмем один пример. Пример. Когда вы делаете какие-то операции над массивами, скажем, у массива нет операции сам. Сам туда приходит из волшебного WrapArrays. Вот у нас есть WrapArrays, который indexed sequence. Это упрощенные примеры кода и что оттуда пришло. Индексы sequence на самом деле определяет этот сам. Мы функциональный стиль, мы пытаемся don't repeat ourselves, поэтому мы используем абстракцию, которая позволит написать короткий maintainable код. То есть сам определен как код left, который берет перед этим numeric, из numeric вынимает, какой же был ноль нашей коллекции, нашего элемента, и какая же операция для сложения элемента. То есть мы взяли из numeric, из него выкинули zero и выкинули плюс. И, собственно, реализация код left, которая на самом деле делегирует это приватной реализации, которая рекурсивна. И на самом деле вот здесь вот вы уже забыли о том, что вы работаете над целыми числами. Мы работаем над чем угодно. Мы для того, чтобы работать над чем угодно, мы эти целые числа вернули в коробочки, что называется боксингом. И благодаря этому идея просуммировать числа с помощью вот такой реализации на Scala в 13 раз медленнее, чем идея написать while cycle на Java. Вообще, у нас есть такая вещь, как Specialize, которая должна была это решить, которая была разработана Лукасом и Юлианом. И в теории, когда вы пишете Specialize A, оно должно создать много копий класса, которые умеют работать над разными вещами. То есть в данном случае оно скажет, оно умеет работать над всем, что наследуется от Integer, от Integer у нас наследуется только Integer, все хорошо. Но на самом деле оно так не работает. Специализация в Scala не дружит с наследованием.
В результате, если у тебя два scrapped array пронаследовал индекс sequence, все, массивы уже не сериализированы. Есть другой проект. А, да. Кроме того, если вы будете пытаться что-то частично специализировать, то есть, например, у вас есть два параметра. Второй, и это какой-то логер. Понятно, что логер обычно примитивом не бывает, но с помощью интегера числа печатать нельзя. Но если у вас будет partial specialization, то вы специализируете только некоторые параметры, опять же, он вовсе не работает. И в результате можно, конечно, этой функции чисто по приколу специализировать его параметра, сделать 100 версий функций, из которых 90 невозможно использовать, потому что, опять же, нам нужен интеджер, который заставит логера, который будет создавать еще неправильный подход, который, если HubSpot посмотрит, она умрет, но сейчас она не посмотрит, поскольку у меня их никогда не вызовет. В общем, проблем хватает, спрятанных. Именно поэтому был другой проект, который пытался решить мини-боксинг в Ладоварике. Он решал две проблемы. Одна проблема, которую он решал, это то, что специализация, она делает копию на каждый примитивный тип. Примитивных типов в скале 10. Целые числа, плавающие числа, unit, character. 10 типов. Хорошо, представим, что у нас есть функция, которая берет 3 аргумента. И мы хотим ее заспециализировать для всех аргументов. Функция, которая берет 3 аргумента, на самом деле параметрична по 4 вещам, потому что у нее еще есть что она возвращает. Другими словами, если мы захотим специализировать эту вещь, стандартной специализацией, то нам нужно быть 10 тысяч классов. Во-первых, это будет много места занимать на диске, даже после сжатия. Во-вторых, если у вас очень много кода в рантайме, то куча вещей в оптимизаторе, CPU перестанут нормально работать. Раньше предиктор перестанет нормально работать, и виртуализация перестанет нормально работать. Кодспот может вообще завить у тебя слишком много кода и вырубить компилятор и оставить вас в интерпретаторе. Спасибо. Обалденная оптимизация. Поэтому то, что сделал мини-боксинг, он начал, вместо того, чтобы делать 10 версий, он изначально делал 2, но потом пришлось сделать 3. Я расскажу сначала, как работает версия, которая 2 делала. Идея простая. Мы чисто по размеру можем все типы запихнуть в блок. То есть интегер в блок запихивается, Boolean в блок запихивается, character в блок запихивается, double тоже на самом деле в блок запихивается, поэтому можно сделать две версии. Для reference класса, который там на самом деле объект, который не примитив, и для всех примитивов запихнуть всех в блок. Это изначально позволило сделать два в степени n, где n это количество весит. Здесь было бы 2 в четвертой. Оно не заработало по той причине, что попытка превратить long в double и double в long, HubSpot ее не узнает как код, который стоит оптимизировать, он не intrinsic, и он, по сути, попадает в интерпретатор. Поэтому, да. В Java люди редко превращают long в double и double в long. Но на самом деле я бы задал вопрос иначе. То есть благодаря этому мини-боксинг использует 3 степени, где, собственно, есть одна версия для целочисленных, есть одна версия для флоута и дабла, есть одна версия для референсов. Я бы задал вопрос иначе. Вот скажем так, действительно, у вас есть реальное приложение, которым вы пользуетесь. Из этих 10 тысяч комбинаций классов, сколько вам надо? У вас на самом деле в приложении есть функция, которая берет void, void и void и возвращает void. Есть у вас функция, которая там, функция, которая берет boolean, boolean и boolean и возвращает boolean, я еще верю. Функция, которая берет, не знаю, character, character, character и возвращает void, реже. Значит, суть в чем? В каждой конкретной базе, в каждой конкретной программе большая часть этих функций не нужна. Большая часть вариантов, которые создаются, для вас лишние. И нас было бы славно, если бы у нас было что-то умное, что решило, что нужно именно вам. Собственно, над этим я и работаю. То, что делает Лингер, он берет тести. Это тести, про который много рассказывал я, много рассказывал Мартин, и который изначально идет из проекта Scala-метода. Тести позволяет узнать не просто какой интерфейс в библиотеке, а как она внутри реализована. Это позволит компилятору, если он захочет, пойти и посмотреть. Так, вы используете это в стандартной библиотеке. У нее не просто интерфейс, что она возвращает list of integer. Каким образом она создает этот лист? Каким образом реализовано, что внутри? Что библиотека использует? И благодаря этому мы сможем узнать,
на самом деле, какие вещи вам нужны для конкретно вашего приложения. Вы же не пользуете всю библиотеку. Библиотека не пользует все библиотеки, от которых она зависит. И это включено для всех классов, которые созданы только. Благодаря этому мы можем узнать исходник ваших зависимостей и оптимизировать традиционно. Мы узнаем, где вход в вашу программу. Вы их аннотируете, как это делаете в Scala.js. Если у вас есть метод, похожий на main, очевидно, это точка входа. Если вы используете какой-то фреймворк, нужно будет вас попросить нарисовать на нем какой-нибудь add entry point или что-нибудь такое. И мы из этой точки входа вашего приложения будем смотреть, а что же вы там такое делаете. То есть для каждой точки входа мы будем смотреть, какие методы вы оттуда вызываете. И из тех методов, которые вызываете, например, какие методы оттуда вызываются. Мы смотрим, как параметры плывут, как типы плывут. И благодаря этому мы сможем узнать, так, это конкретное приложение. Какие списки ему нужны? Этому приложению нужен список водов? Этому приложению нужен список характеров? Может, ему нужен вектор характеров? А список характеров не нужен. И благодаря этому мы узнаем, с какими комбинациями вам нужен каждый трейд, каждый класс. Мы узнаем, с какими комбинациями вызываете каждую функцию. То есть, например, вообще, когда вы вызываете float, типы не обязаны сходиться с типом коллекции. То есть можно, например, брать коллекцию integer и делать на нем float и получать character. Используется очень, это очень редко. Это означает, что в большинстве, на самом деле, настоящих приложений скомпилированная, оптимизированная версия float, создающая characters на коллекции, хранящие integer, почти всегда не нужна. И здесь есть некоторая статья, описывающая, как строить точные графы, которые говорят, что нужно. Это статья Ондрея Лотока, профессора из University of Waterloo, и его студента Али Грейма. Ондрей приезжал в нашу лабораторию, провел у нас год, и с тех пор мы улучшили состояние, что можно сделать, построили уже ковер, этой статьи еще были крутые вещи. Они сейчас посланы на некоторые конференции. И то, что нам позволит, вот, например, в этом примере, возьмем приложение, где вы, собственно, пытаетесь сделать худший случай того, что сейчас можно сделать в скайпе. Резюмировать числа, которые вам пришли в аргументы, и распечатать. Вы долго ждали, что хостпод запустится. И для того, чтобы просуммировать все числа, которые вам пришли, два числа вам передали, вы читаете нашу 30-мегабайтную стандартную библиотеку и используете ужасно абстрактный метод суммирования массивов чисел. Но, если у нас есть этот анализатор, он сможет понять, что вы это все-таки делаете. Он сможет понять, что вот main, да, точка входа, очевидно. Main вызывает вот этот map, у которого type параметр инстанциирован в стринге, в стринге. То есть он берет стринги и мапит их в integer. Потом он вызывает sum, который суммирует integer. И fold left. Fold left внутри sum позже передает number, который соответствует ничему попало, а именно инженером. И вот так вот, проходя сквозь это, он может добраться вот до вот этого вот места. И он поймет, что вот этот вот самый важный цикл, который вот этот метод, он не должен будет работать над чем попало. В этой конкретной программе. В этой конкретной версии программы. С этой конкретной версией библиотек. Эта функция, чтобы работала быстро, должна работать на целочисленном типе, конкретно integer. Не long, не short, ничто больше. И это нам позволит в том числе понять, как должна библиотека быть построена для вас, для конкретного этого приложения. Вот этот fallback там, он функцию брал. И эта функция обычно к вам приходит в стандартной библиотеке. Но стандартная библиотека скомпилирована до вас, и она скомпилирована на все случаи жизни. То есть она работает с неэффективными функциями. В данном случае у нас есть тесты для стандартной библиотеки, у нас есть ее исходник. Мы можем взять кусок стандартной библиотеки, которая нужна именно вам. В частности, в этой программе стандартной библиотеки нужны там массивы, кусок маленьких кусочек иерархии, коллекции и функции. И скомпилировать функции именно для вас. Что именно ваша волшебная функция будет уметь работать с интеджерами эффективно. Она ни с чем другим работать не будет уметь. Но то, что нужно вам, она будет делать отлично. И благодаря тому, что есть тесты, мы это можем сделать. То есть мы зададим вам один бинарник, который не зависит ни от чего. Он маленький. Если вы работаете на андроиде, это интересная перспектива. Вам не нужно будет зависеть от всех стандартных библиотек. И в целом
это только один пример того, что мы можем делать. То есть мы можем делать умную специализацию, очевидно. Мы знаем, какие тайп-параметры передавались и как можно лучше компилировать. Но кроме этого мы знаем, куда тайп-параметры не передавались, что вообще не вызывалось. Стандартная библиотека имеет 126 именованных типов итераторов. Еще достаточно много неименованных итераторов. Скорее всего, вам они все не нужны. Скорее всего, каждое конкретное приложение ваше использует 5, 6, 10. Все остальное это мусор. Кроме этого, если у вас есть классы, которые вообще в теории, кто-то их мог наследовать, для них могли быть какие-то эффекты. Конкретно этой версии их нет. Конкретно этой версии, их могли пронаследовать. И вообще в базе, в коде наследует кто-то, но классы, которые наследуют, никто не инстанцирует. Никто их не создает. Этот класс может стать value-классом. Там он станет вообще бесплатно. Его не будет в скомпилированной версии. Все вызовы на нем будут заинлайнены компилятором. Что мы еще можем делать? Мы можем узнавать более точные типы. Это может быть удобно и для документации. Это может быть удобно и для компилятора. Компилятор может из этих более точных типов принимать решение оптимизации. Мы можем выбирать хорошую дистанцию. То есть, если мы начали разделять эти коллекции, как работают, скорее всего, в вашем приложении то, как живут коллекции таблов, и то, как живут коллекции кэркеров, очень разное. Вы вряд ли будете использовать их одним и тем же образом. То же самое. У нас в коллекции написаны как одна большая иерархия, и у листа и кэшмапы есть далеко-далеко общие предки. И этот код, на самом деле, который от общих предков пришел, он имеет разную жизнь. Но и для того, чтобы эта разная жизнь поддерживалась, там есть виртуальный вызов. Если этот код разделить пополам, распланировать, виртуальных вызов не будет. Будет один вызов на входе, в лучшем случае. А потом все будет идеально заоптимизировано под стороны. Ну и всякие приятные мелочи, например, там, код очень не любит, когда у вас много перемен. Ну не любит он. Если JavaScript не любит, когда у вас много букв, если вы пишете комментарии, то вы не любит, то код не любит, когда у вас много перемен. Можно начать убирать переменные, можно заменять пары на валы. Если у вас есть переменные, которые вообще, возможно, их кто-нибудь даст забыть 100 лет. Никто по факту и не меняет. Или код, который я мог менять в данном приложении, его никто не выпускает, не выполняет. То можно сделать var-val, работа будет быстрее. Оператор будет иметь лучше код. Можем убирать валы, которые дубликаты не будут, будет меньше полей. И вот эти числа получены примерно год назад. Это я игрался на примерных библиотеках, которые тогда еще, если честно, линкер основан на Dorf, тогда результат компиляции был не очень доволен, там, кто уродно этих приложениях работал, но сказать, что они работают хорошо, не могут. Поэтому это примерный чек. Это размер кода, как много методов нужно скомпилировать компилятору, как много методов будет в вашем приложении, если вы им пользуетесь. Это две библиотеки часто используемые в Scala. На самом деле, часто в основном используемые в статьях, потому что они очень сложные пути. И понять, что они делают, очень тяжело. Если вы просто компилируете скал-компилятором, то это количество методов у вас будет. То есть, например, в случае Dota площадь на тот момент была 35 тысяч методов. Если вы заоптимизируете это программом и анализатор, который не в курсе, там, какая скала, он придет уже на скомпилированный скала-байт-код. Поскольку он был усложнен с помощью миксинг-композишн, трейд-энкодинга и всех вещей, ProGuard там запутался. Он ничего не поймет. Он поймет, что 300 методов не используется. Скорее всего, это ваши какие-то util методы, которые очевидно не используются, скорее всего. Вот, даже с точки зрения кода туда ссылка. Линкер же сможет понять, что вам нужно на самом деле. Он сможет понять какие-то странные комбинации, что этот метод вызывается только в этом случае. Суммировать коллекцию стрингов — это интересная ситуация. Или создавать намеринг каких-то нестандартных типов. Намеры как бойлер. И благодаря этому сможем выделить намного большее количество как оптимизации со стороны HotSpot'а, потому что HotSpot видит, что вы изменили меньше кода, и HotSpot видит, что код более простой. Он не видит тех дженериков, которые для него непрозрачные, которых он не знает, которых мы стерли и спрятали под ковер от него, как можно дальше. Он уберет бокси, уберет virtual dispatch, все будет хорошо. Но для того, чтобы это работало, нужно, чтобы были какие-то требования, которые соответствуют ваш код. Конкретная версия вашего кода. Сегодня. Я могу вам привести примеры требований на паре оптимизации. Variclass. Что такое Variclass, для тех, кто не знал, это у вас, представьте, есть класс, у которого есть только одно поле. И у этого класса
нет наследников. То есть вы всегда знаете, как этот клад должен себя вести. И по-хорошему, если сильно выпендриться, вы бы могли написать код иначе, что этого класса вообще не было. Вы просто передавали это поле и хитро на нем вызывали методы. Ну, собственно, компилятор это делать не стал. Для того, чтобы это работало, нужно, чтобы этот value class вы никогда не забывали, что он value class. То есть, если у вас есть метр, и вы его присылаете как integer, если вы этот метр как integer передаете в какое-то место, которое берет просто object, вам этот метр как integer потом как-то от обычных integer нужно отличать. То есть, например, для value class это приводит к боксингу. И тогда вообще у вас есть value class, когда вы реализации искали, но использование value class в подобной ситуации может привести к замедлению приложения. Что вы его боксите туда и обратно. Другая вещь, что сам процесс боксинга не должен иметь сайд-эффектов. Потому что если создание класса влечет за собой какие-то последствия, если эти последствия будут повторяться, это не то, что вы хотели. Другая вещь, что этого класса не должно быть наследником. Потому что наследники могут менять поведение класса. Они могут добавлять поля, то есть чего вы не сможете представлять, как одно поле. Он может менять, переопределять методы. Ну, и в целом, если у вас класс не финальный, то кто-то заэкстенит в другой библиотеке, вообще непонятно, как это будет работать. Для того, чтобы это работало, я здесь говорю, что класс должен быть финальным, это означает, что мне нужно предположить, что я знаю больше, чем обычно предполагает компилятор вашей программы. Если я компилирую библиотеку, мне нужно предположить, что все, никто не собирается от меня наследоваться. И вопрос в том, как я это смогу сделать. Опять же, здесь на вопрос отвечает Tasty. То есть смотрите, мы берем библиотеку. В библиотеке была какая-то точка входа. И эту точку входа мы обалденно заоптимизировали, все хорошо, все красиво работает. Потом пришли вы. Вы начали пользоваться библиотеку, пронаследовались от половины класса. Все предположения, от которых я толкался во время оптимизации библиотеки, предъявят характер array. Они неправильные. А это не важно. У меня есть тесты. Я беру эту библиотеку, снова для вас рекомпилирую. То, как была скомпилирована библиотека сама для себя, это какой-то кэш, чтобы быстрее генерировать код. Он мне на самом деле даже не обязательно. И это опять же работает между платформами. То есть представьте, вот это ускоренная версия. И это для чего, собственно, тесты вариант использования для самой доти. У вас есть версия скомпилирована для Java 7, для Java 8 вы зашифли на мейле. А потом вы пытаетесь Java 7 вызвать. Ничего не выйдет. А опять же, вам не важно, что скомпилировано. Можете просто выковырять тесты и скомпилировать это для себя. Но это приводит к тому, что бинарная совместимость не гарантирована. То есть, если вот эта вот версия библиотеки, которая скомпилирована, библиотека, у которой был entry point, если вы ее попытаетесь подсунуть на место, которое хочет видеть библиотеку, которую можно использовать как угодно, ничего хорошего не кончится. Эту оптимизированную версию библиотеки можно использовать только так, как она, только таким образом, для которого она была оптимизирована. В результате это появляется такой вопрос, что это очень похоже на LTO, что это называется. Link Time Optimization. Ну, именно поэтому, скорее всего, Flutter это будет называться. Потому что Link Time Optimizer библиотеки — это не очень хорошая идея у них, а у нас это, с одной стороны, не очень хорошая идея, потому что библиотеки обычно никто не имеет main-метода. Даже если тебе надо, все равно все заработает, если ты от LinkTime библиотеки зависишь в compile time. В runtime не заработает. Compile time заработает. И это потому, что мы совместимы на уровне как раз source и taste. Source совместимость — это совместимость обычно на ваша скала. То есть если вы раньше могли написать .map, то score plus 1, и с линкером вы сможете. Библиотеку используйте как хотите. Все отлично. Но вот когда вы ее используете, я посмотрю, как вы ее используете. И сделать так, чтобы она лучше всего работала именно для вас, не для ваших пациентов. И Tasty для меня позволит сделать так, что я смогу, несмотря на то, что у соседа был другой use case, вот представьте, например, есть один проект, он зависит от стандартной библиотеки. Есть второй проект, он зависит от стандартной библиотеки. Они каждый для себя скомпилировали библиотеку по-разному. У меня есть третий проект, который зависит от этих двух. И у меня сколько должно быть стандартных библиотек? Две? Три? Будет одна. Я просто посмотрю, как использует он, как использует он, и скомпилирую одну версию, которая работает и так, как кому нужно, и так, как кому нужно, и так, как вам нужно. Библиотека будет одна. Все отлично. И, опять же, другой пример реализации, который может быть, это убирание виртуальных вызовов. Я сейчас расскажу, как обычно это делается, и попытаюсь пояснить, почему я так не делаю.
Обычно как это делается? Ну, представьте, у нас есть вторая, 1, 2, 3 сам. Мы хотим переписать процесс. Мы смотрим, что сам пришел отсюда. И для того, чтобы не было виртуального вызова, самый простой вариант, давайте засунем туда весь код. То есть мы заменили вот этот весь код, array 1, 2, 3 сам, на вот этот холдплат. Array 1, 2, 3 холдплат, но уровне исходник. С компилятором это в смысле делать какую-то трансформацию и переписывать вашу программу немножко другую. Потом он переписывает ваш код и на вот это. Которое, опять же, это уже раскрытие вот этого вот второго блока. И благодаря этому, смотрите, во-первых, представьте, у вас метод был рекурсивный. Вы убрали его из этого метода. А как он сам себя выбрал? Мы же его убрали. Для рекурсивных методов инлайнинг не работает. Нельзя просто взять и заинлайнить рекурсивный метод. Вторая вещь, что он делает, он увеличивает ваш размер программы. То есть представьте, я возьму большой метод, заинлайню его везде. Я его заинлайнил 10 раз. Раньше он заменял один, занимал 100 байт, сейчас он занимает 1000 байт. Вторая проблема, когда я инлайню метод, один метод, который я его заинлайнил, стал больше. Hotspot — умная вещь. Он пытается инлайнить, когда это осмысленно. И у него есть евристики. Один из основных вещей в евристиках — это размер метода. То есть за инлайня вот этот метод теперь Hotspot будет очень сильно думать перед тем, как инлайнить. И на самом деле Hotspot знает лучше, чем я, какие методы на самом деле горячие. То есть я смотрю, что в вашей программе может быть. Hotspot смотрит, что в вашей программе на самом деле есть, но для него ваша программа выглядит какой-то странный бред. Где были когда-то похожи дженерики, но они ухвалились и все стороны. И благодаря этому вопрос инлайнинга, это сам, если инлайнить внутри компилятора, обычно это плохое решение. Благодаря тому, что размер генерируемого кода очень часто становится большим в реальных проектах. На бенчмарках оно выглядит отлично. Если вы бенчмаркаете одну операцию, то обалдеть, количество кода маленькое, кэши красивые и тому подобное. Если возьмете реальное приложение Apple, заинлайните туда все коллекции, то все коллекции там окажутся сотню раз. И после этого, опять же, компилятор вас пошлет, и вы будете в интерпретаторе. Он перестанет что-либо инлайнить, и вы будете недовольны, как всегда, обалденная оптимизация. Вместо этого то, что можно сделать, можно запланировать метод. Мы не будем оптимизировать метод, методом вставили его. Мы сделаем клон, который делает именно то, что вы хотели. И пусть уже Hotspot решит, что тут всегда вызывается одна и та же версия клона. А смысл на его инлайнить или нет? Пусть решает Hotspot. То есть то, что мы делаем, это мы делаем копию сум 1, которая знает, что он суммирует интегеры, никого другого. Он знает, что у него будет singleton type, который incident integral, на самом деле этот намек, который туда прилетал. И fallback один мы сделаем новый, который тоже знает, что у него конкретный кип-принтер. С точки зрения компилятора, это имеет такие достоинства. Представьте, если вы суммируете числа в одном месте в приложении, вероятно, что у вас есть и второе место, где вы суммируете числа. И эти оба места могут вызывать одну и ту же функцию. Количество кода не растет с тем, сколько у вас людей пользуются, с тем, сколько мест пользуются. Оно растет с количеством различных способов их использовать. Если их используют в разных местах, одним и тем же способом, реализация одна и та же, кода больше не становится. И для Hotspot'а все вот эти вот вызовы всегда будут приходить в одно и то же место. Он сможет принять решение о том, что, например, я заинлайню все, это часто вызывающийся метод, все хорошо. Это очень похоже на статические методы C или статические методы Java, с этой точки зрения. Поэтому вот клоунинг, к тому же, он хендлит рекурсивные методы. Статический метод может вызывать себя, никто ничего не запрещал. Статические методы, поскольку мы их будем переиспользовать, они меньше в размере. У нас не будет огроменных методов, потому что если у нас была серия статических методов в отдельности, они остались в отдельности. У Hotspot, если он что-то инлайнил раньше, он и сейчас заинлайнил. Может, он заинлайнит больше. То есть он теперь больше знает, что можно инлайнить. И на самом деле, плюшка этому в том, что это реализовывать еще раз не нужно. То есть, когда вы используете какие-то фичи в компиляторе, есть такой вопрос. Насколько часто в них будут баги? Как часто их будут фиксить? Если вы посмотрите внимательно на то, что здесь произошло, вот это просто более конкретный тип вот этого B. Мы лучше знаем, что за тип это нам на Америка. Это некоторый вид специализации, на самом деле. После этого мы специализируем не типы, мы специализируем термы, мы специализируем аргументы. И с точки зрения реализации это одно и то же.
И в результате одно протестирует другое, второе протестирует первое, и работать будет лучше. Баги на выходе. Да, у меня когда-то здесь была демонстрация, она сейчас не заработала, к сожалению. Примеры чисел, которые были измерениями тогда, не заработала, потому что это было состояние полгода назад, состояние, которое сейчас мы основаны на всей инфраструктуре Dotic, часть которой должна заработать только с эквадризмом. И сегодня она в нерабочем состоянии. Потому что Мартин решил пофиксить некоторые вещи в тесте. В общем, пример. У меня был там некоторый пример, который пытался вокруг Dotty делать такой логин. Он пытался разобрать Dotty на запчасти, сказать, что вот есть continuous integration для логинга, вот есть, собственно, вывод, который этот continuous integration печатает через абстрактный логер, и на фоне он на самом деле суммировал exit code тест. С точки зрения перформанса здесь оптимизировать почти нечего, но с точки зрения оптимизации можно посмотреть, как много здесь методов, что косвенно укажет на то, как хост-спот сможет это оптимизировать. Если хост-спот видит мало кода, он проведет много времени его оптимизировать. Конкретная часть кода. Если он видит много кода, он привезет то же время, но каждый конкретный кусок кода времени он потратит меньше, и качество кода будет хуже. Ну вот в том примере оригинальная версия, скомпилированная просто с колоси, или Dotty, там вот, примерно одинаковый размер был. Это было пол мегабайта размера библиотеки. И это пол мегабайта размера, включая маленькие интерфейсы, которые пришли, там, не знаю, реализацию анонимных функций библиотеки стандартных, включая MSN-composition и тому подобное. И выполнение этой вещи приходило к тому, что оно на лету создавало лямбды, создавало эти боксинг, потому что на самом деле оно с примитивами не работало. То есть я CI делал. Боксинга, как это минимум. И хот-спот, когда выполнял этот код, она создавала себе некоторый буфер, где она сохранила компилированную версию. И, собственно, размер этого буфера — это то, что она пытается не делать слишком большим, потому что если много кода, приложение будет все плохо. И, конечно, начинает плохо работать. ProGuard, в том же приложении, уменьшил количество методов и уменьшил количество байт-кода, в основном выкидывая методы не используем. То, что ProGuard сделал хорошо, это он смог пройтись по байт-коду и выкинуть кучу мусора. Поэтому, на самом деле, он улучшил некоторый код, который HotSpot сгенерила, когда тратила мало времени. Потому что ProGuard перед этим потратил много времени на него. Что сделал Linker? Он отработал раза в два быстрее, чем ProGuard, выкинул большую часть приложения вообще полностью. Потому что он посмотрел, что конкретно там было использовано, но и сделал, как всегда, для удобства своей троицы, которую можно переиспользовать. Чуть-чуть там, чуть-чуть здесь. Пришло куча оверхеда. И байт-код — это сам смайл. И еще более разительное отличие в количестве самого сгенерированного кода в рантайме. Оно на самом деле не в раза меньше. На самом деле HotSpot провел время, оптимизируя его намного больше, что отлично. И количество аллоцированных объектов вообще смешно. Благодаря этому HotSpot смог оптимизировать кучу других вещей, которые он до этого не мог оптимизировать, потому что escape allocation провалился. На самом деле количество объектов, которые вот честно нужно аллоцировать здесь и здесь, одинаковое. Приложение — это одно и то же. Делает это одно и то же. Но каждый раз, когда вы аллоцируете объекты, у вас есть memory барьеры и тому подобное. Есть куча оптимизаций, которые благодаря этому HotSpot не может провести. Здесь код был отличный. Следующие идеи, которые есть, как можно использовать анализ подобный, такие. Первое. Представьте, у вас есть lazy val, который, вы его написали как lazy val просто для того, чтобы решить вопрос initialization order. Я такое видел, что люди часто делают. Initialization order — пускай сложная вещь. Если у вас, вы видите инициализированные поля, просто напишите слово lazy, вся проблема решена. Но по факту, когда вы используете поле потом, вы каждый раз платите цену за синхронизацию, платите за проверку того, что инициализировано, хотя по факту инициализировано уже всегда, кроме первого раза. Очень часто используемый паттерн славно было бы оптимизировать. Другая вещь. Представьте, у вас есть объекты, у которых очевидно, как долго они живут. Если вы видели презентацию Дениса, то у него есть всякие структуры данных, модификации структуры данных, которые позволяют их аллоцировать в никуч, не тратить время на garbage collection. А потом, когда вы перестанете их не пользоваться, если вы там даже нааллоцировали 1 гигабайт, уничтожите все
вместе. Есть идея, что можно попытаться находить части кода, которые получили бы преимущество от использования в хипах. И вторая вещь – дедупликация. Если кто-то из вас использует type-level программирование, особенно если type-level программирование с макроматериалайзерами, то вы генерите очень много копий сериалайзера JSON, копий сериалайзера XML. Одна и та же версия кода, которая просто макрос в разных местах сгенерировала в разное время. Этот весь код можно дедуплицировать, кода станет меньше. И опять же, код больше времени проведет, оптимизируя каждую конкретную его версию, которую до этого он не видел, что это одна и та же вещь. Ну, подобные идеи. И как пример, мы поиграли с Денисом и взяли вот такой код, который просто берет range и по этому range проходится и увеличивает все integer на плюс один и делает им кастринг. Обычно говорят, что HubSpot достаточно хороший, если у вас есть коротко живущие объекты. Но вопрос, что такое коротко? Потому что здесь вы явно делаете немного. Вы берете вот там 10 чисел, каждый увеличиваете, соединяете их в строку. Количество объектов, которые вы дискриминировали от сколько? На каждую итерацию 20 штук и 20 интегеров плюс одна строка. Это если предположить, что все заглушено. Но по факту вот это уже долго, это сложно. То есть если у вас есть подобный код, несмотря на то, что кажется, что объекты отсюда не будут проходить load generation, они не будут тянуться, они тянуются. И вы, за факт того, что вы вроде бы временно, ненадолго аллоцировали, вы заплатили. Если это же переписать на офисе, что-то можно сделать автоматически, но стоит в 12 раз быстрее. Что лично меня впечатлило. Вам большое спасибо. Вы рад вопросам? Хорошо, вы были первыми. Можете повторить громче, я вас не знаю. Как анализаторы, в смысле, будут работать с рефлекшеном? Вопрос такой, как тести будут работать с рефлекшеном? На данный момент ответ никак. Но ответ никак меня не устраивает самого. Можно попытаться поддерживать некоторый ограниченный кусок рефлекшена. Например, если вы вызываете метод, всегда передавая имя метода как константу вот всегда, то можно решить, что все методы с таким именем являются entry point. Можно попросить вас, как делать в прогарде, написать некоторую файлик, говорящий, а что здесь может вызываться рефлекшеном. Это другой вариант. Более того, поскольку куча людей это уже делает, можно просто завязать файлики, которые кто-то написал для прогарда, и заменить собой прогард. Но вообще пока непонятно, какая будет история рефлекшена. И особенно учитывая, что у нас есть вещи, которые решают те же задачи лучше. Например, рефлекшена в полной мощности на скала JS нет. И народ прекрасно живет с макросом. Но если вам действительно нужен рефлекшен, который еще хуже право на вас вызывается, то боюсь, что, скажем так, с оптимизациями это дружит не сильно. Спасибо. Хорошо. То, что вначале ты показывал, там генерируются тысячи методов, а какой, ну почему рандом не может сгенерировать только нужное, именно не предварительно, а уже во время выполнения? Хороший вопрос. Вопрос был. Мы здесь генерим кучу методов заранее. Вообще, рантайм, который знает, какие методы по факту нужны, мог бы их генерить по нужности. Есть проект, который пытается это сделать. Называется Valhalla. Это модификация HubSpot, которая будет иметь, назовем это специализацию, что в некоторой мере похоже. Есть две проблемы. Во-первых, HubSpot – сложная машина. И им очень часто приходится принимать решения компромиссные. Так, когда реализовывать слишком сложно, мы реализуем простую версию. Это раз. Два. То, как используются тайп-параметры в скале и тайп-аргументы, не похоже на то, как используются в Java. Поэтому вообще, если у нас был бы свой HubSpot, написанный нами, это было бы отличным решением. Но, по сути, это предложение сейчас звучит так. Ребята, которые делают HubSpot компилятор, а давайте вы перестанете делать то, что вы делаете для Java, и вместо этого потратите очень много времени и реализуете намного более сложную ситуацию с Scala.
Я был бы рад, если бы они на это сказали «да». Но самое лучшее, что они нам могут сказать в данной ситуации, это посмотреть на то, что мы делаем, и сказать, что мы делаем правильное дело. Или если мы делаем неправильное дело, сказать, как исправить. Благодарю за вопрос. Напомнила, кстати, ahead of time компиляцию. Хорошо. К вопросу про ahead of time компиляцию. У меня большое впечатление, что современные компиляторы компилируют для следующего компилятора. То есть у нас есть Scala, которая компилирует для компилятора HotSpot. Потому что, если совсем честно, в Scala внутри есть некоторое разделение там, на фронт и бэкон. Я бы сказал, что Scala внутри — это несколько компиляторов. В случае Scala.js это вообще очевидно, когда у них есть фронт-энд в Scala C и Scala.js отдельно. А потом у вас есть виртуальная машина, которая компилирует ассемблер для процессора. А процессор не напрямую не исполняет этот ассемблер. У него есть свой микрокод, и он его тоже декодирует в свое представление. И еще одно виртуальное пришло пример. У нас компилятор для компилятора, для компилятора, для компилятора, для компилятора. С железом мы давно не общаемся, и поэтому все работает так волшебно и непонятно почему. Очень жаль. Какова плата за использование теста? Какова плата за использование теста? Я, если я правильно понимаю, вопрос в размере файла. Время компиляции, размер файла. Размер файла мы изначально хотели их сжимать и даже игрались, там, если предпочитать таблицу сжатия для какого-нибудь алгоритма типа LZMA. Но когда мы написали прототип, и оказалось, что тесты без сжатия занимает типа 1/5, 1/6 размера байткода, нам стало лень сжимать. Поэтому, ну, в общем, вообще сжатие можно еще приделать. Но потребности большой в этом нет. Относительно время компиляции, большая часть времени компиляции занимает тайпер. Поэтому, тем более, если тайпер использует какой-то тайп-левел программирования на фоне доказывать теоремы, то это вообще 90% времени компиляции. Поэтому не сильно повлияет. Хорошо. Построение полуграфа не занимает. Теперь вопрос, сколько времени занимает построение полуграфа. Зависит от того, какое у вас приложение. Скажу так, построение колл-графа для идеи за используем вектор занимает что-то типа 6 секунд. Построение колл-графа для по используем вектора и список занимает те же 6 секунд, потому что очень быстро они сводятся к одному и тому же идее. Построение всего колл-графа для Dota оригинальным алгоритмом из этой статьи занимает 8 минут. Построение колл-графа для у того, что мы сейчас предложили в новой статье, занимает 40 секунд. Я бы сказал так, что вот этот линкер, как я его вижу, это когда вы собираете уже релиз. Считайте, что это аналог какого-то profile guided optimization или что-нибудь такого. Он ломает много вещей, к которым вы привыкли. Он ломает дебагинг на данный момент. И потому что он код местами начинает двигать. Я здесь не договорил, но иногда очень выгодно все же инлайнить клажуры, у которых были настоящие капчеры. После этого код из одного места пролетел в другое место, и с текущим форматом класс-файлов это писать невозможно. Если в JavaScript source map говорят, эта строка JavaScript пришла из файлика с тем названием, то это строки. То на байткоде файлик с тем названием отсутствует. Есть только той строки. Есть предположение, что один файл, класс-файл, компилированный для Java, полностью пришел с одного исходного файла. Вы можете только линию указывать. Это историческое ограничение, которое здесь сильно ударило по рукам. И, по сути, сломало весь дебаг. Именно это одна из тех причин, почему, например, макросы искали невозможно дебагать. Не только потому, что они пустили генерации на одной строке, но и в том смысле, что макросы пришли из одного места, раскрылись в другом месте. Смотрим. Хорошо? Какой вопрос? Тоже у нас есть класс мапляр, майнер. В половине случаев используется оба входа, в половине только вопрос. Можно ли заоптимизировать его случай так, чтобы не включено? Хорошо. Вопрос был такой. Представим, у нас есть один класс, у которого есть два поля. При том, что пол программы использует только первое поле, пол программы использует только второе поле. Можно ли оптимизировать так, что, собственно, будет одна оптимизированная для одного поля, вторая для другого? Ответ такой. Существуют технологии, пришедшие из C, которые это позволяют делать, но я их не реализовывал, и моя оценка того, сколько они будут работать для базы кода типа Dota, это я успею их забить. Есть идеи, как это реализовать. Идей много. Можно выбирать, какими работать.
если есть желающие покупать лицензию. Необходимость пересобирать все библиотеки со всеми зависимостями не приведет ли к тому, что, ну, для того, чтобы провести полный анализ до первоисходников, скажем так, не приведет ли к тому, что сбор там Hello World потребует чуть ли не компиляции ядра, скажем так. Хорошо, вопрос был в чем? Учитывая, что нужны транзитивные зависимости к библиотекам, сбор Hello World не приведет к транзитивной компиляции ядра. Здесь есть достоинство. Вы когда анализируете вещи, вам не нужно реально читать весь исходник. Самая тупая реализация, вам нужно читать только то, что используется. Более умные реализации можно сохранять некоторые такие summary. А если ты бы это прочитал, проанализировал, какие-то выводы сделал, которые позволяют это делать намного быстрее. И, по сути, ускоряет процесс анализа, но на самом деле не ускоряет процесс компиляции, потому что все равно прочитать надо будет. По факту, на данный момент компиляция Hello World с этой вещью занимает моментально. Просто потому, что Hello World требует прочтения предепа и чего-то такого. Как я уже говорил, компиляция lisp.scala, точнее, использование lisp.scala или как это scala, добавляется по 6 секунд. Уточню немножко вопрос. А не будет ли необходимости вытягивать все эти первые источники? А, всегда так? Да. Вопрос такой. Будет ли необходимость вытягивать все эти зависимости из интернета? А если вы компилировались против них и дебагаясь против них, значит, класс файла у вас есть? А как уже было сказано, класс файла они стали немножко больше, и там оказалась новая секция тестинг. Все уже скачано. То есть подразумевается, что там уже есть промежуточный результат. Да. Есть отдельный вопрос того, что на данный момент реализация тест пикает класс файлы, а некоторым бэкэндам, которым класс файлы не нужны, JavaScript и метрическим бэкэндам, которым не существует, им класс файлы вообще не нужны. Поэтому в случае, возможно, было бы удобнее, чтобы тесты можно было скачать отдельно. Но это можно уже потом как-то сделать. Сейчас проще так, потому что интеграция с этими мейвеном бесплатна. Он доставляет вам класс файл, вы все увидите. Спасибо. А может, стоит вообще сразу анализировать байткод, а не исходник? Вопрос был такой, может лучше сразу анализировать байткод, а не исходник? Вот эта статья, которую я изначально показывал, вывод этой статьи был такой. После того, как вы сделали Mixing Composition в Scala, вы реализовали. Еще после того, как вы сделали Erasure в Scala, осмыслить, что там было до этого невозможно. В общем, если вы на байткоде, у вас высокоуровневые термины, термины которых на самом деле выражаются эти трансформации и оптимизации, они потеряны. И на уровне байткода вам нужно будет какой-то байткод стайп реконстракшн делать. Существует наука, пытающаяся этого сделать, хорошо работает на Hello World. Сколько мы стандартную библиотеку Scala? Вычислить. Вопросы? То есть получается, что вначале мы так записали зачастую стадии вот эти зависимости, которые ты используешь, и калькулировать их с тестом, чтобы получить то, что ты делаешь, да, вначале? До момента, пока ты помнишь, что ты делаешь. Действительно, до момента, когда когда-нибудь на мейле или какой-то версии скомпилированной с помощью Dota, неважно, с линкером или без линкера, нужно будет удобрять тест. Здесь есть некоторые детали, что здесь, когда я говорил про closed world assumption, можно делать не совсем closed world assumption, тогда можно будет соединяться с кодом, который не будет оптимизирован для тебя. Представьте, есть стандартная библиотека с компилированной Dota и какая-нибудь библиотека там, верификации или чего-нибудь скомпилированная с классики. Да, коллекции будут для вас оптимизированы, но под очень осторожными предположениями, что если оно залетит в той библиотеке, оно будет далеко работать хорошо. Обычно это приведет к тому, что библиотека будет работать быстрее, но станет в два раза больше по размеру. Что иногда хорошо, иногда плохо. Вот он оптимизирует размер фонда, да, но... Он не может делать это elimination, потому что он не знает, что там надо. То есть наоборот, оптимизирует пропал использования, но не может оптимизировать размер фонда. Да. Он оптимизирует конкретно пропал использования, но не может доказать, что другого не существует. Спасибо вам.